Toyota GR-HV Sports – спорткар с механическим автоматом. Toyota показала концепт двухместного спорткара GR-HV Sports в стилистике лимановского прототипа LMP1. Автомобиль, который может стать преемником Toyota GT86, оснащен автоматом с необычной системой смены ступеней в ручном режиме. Судя по боковинам кузова автомобиля, базой для спорткара стало купе Toyota GT86, установившее летом текущего года новый рекорд в контролируемом заносе. В непрерывном скольжении по мокрой трассе ему удалось продержаться 5 часов и 46 минут, проехав за это время 952 круга со средней скоростью 29 км в час. GR-HV Sports получил гибридную силовую установку и механический автомат с необычной системой ручной смены ступеней. В ручном режиме передачи переключаются по традиционной N-схеме, как в обычной шестиступенчатой механике. Никаких качаний рычага вперед-назад и выбора передачи под рулевыми лепестками, как у серийной моделей. Кнопка запуска двигателя спорткара разместилась под крышкой рычага коробки передач. Выбрать режим автомат можно на центральной консоли. Спорткар получил кузов Targa и дизайн в стилистике спортпрототипа TS050 Hybrid. Такой же задний диффузор, алюминиевые колесные диски и фары с горизонтальными и вертикальными блоками светодиодов. Уже в конце октября спорткар дебютирует в Токио, куда Toyota привезет также концепт кроссовера TJ Cruiser. Источник: Motor. По материалам сайта news.com.